первый вопрос, что тебе запомнилось из поездки в Вегас? Два года назад, это был 2014 году. Да. Запомнилось. Запомнилось шоу. На самом деле больше запомнилось около покерное все, нежели сам покер, потому что особых достижений не удалось добиться. Вот. Что надеюсь, конечно, исправить на предстоящей поездке. В предстоящей поездке, вот. Ну и вообще весь этот антураж, и я согласен с тем, это не понять тому, кто не был в Вегасе, атмосфера там своя, это не сравнится с этапами европейского покерного тура или какими-то русскоязычными сериями, это нечто иное, вот, и по-прежнему считаю, что каждый покерист профессиональный хотя бы раз должен съездить. Может не понравиться, но побывать обязательно стоит. Расскажи, а насколько у тебя совпали твои ожидания, вот, ну, то, что ты слышал с, по поводу состава на ВСОПе, по поводу количества людей, вот именно как бы внутри, уже не в Вегасе в целом, а конкретно как бы внутри Рио? Ну, составы превзошли все ожидания и там прогнозы, и рассказы друзей, знакомых, которые бывалых, так скажем. То есть это опять же нечто особое, как будто ты нашел все-таки машину времени и отправился в 2005 год, ну, а то и еще раньше. Вот. Составы замечательные, что там говорить. Причем во всех, так скажем, в турнирах любого лимита вы встретите таких пассажиров. Вот. Просто шикарные. В остальном есть, конечно, нюансы в Вегасе. Самый главный для меня, во всяком случае, думаю, не только для меня, это достаточно изнурительный график и жара, которая еще способствует, так скажем, усталости. Поэтому я говорю, что нужно там вести здоровый образ жизни. Это не кто-то говорит, ребята, а я. Вот, потому что здоровья не хватит на целую серию. Поэтому бассейн обязательно, вот, на озеро МИД вылазки и т.д. и т.д. Вода, вода, еще раз вода решает. Mind on my money, put that on the grind, put it on the line, I'm my best gamble, straightforward, that's my best gamble. You don't know what you got till it's gone. Последний вопрос, завершающий. Какая у тебя главная цель в этом году? Вот ты уже как бы знаешь, что там, как, знаешь турниры, знаешь расписание. На что у тебя как бы основной акцент и вот основную цель, чтобы ты вернулся, а тут сказал, да, я как бы вот это сделал, я это вот достиг. В принципе, как таковых по результату цели я не ставлю. И цель будет одна, главное быть довольным своим покером и то, что ты там показал, быть довольным собой и знать, что ты сделал все возможное, все силы вложил, все, собственно.